Идем к своим подопечным. Ждут. И сегодня они не такие голодные. Вчера же на горку поднялись пищать. А вчера мы их очень хорошо накормили. Да. Не опасаются еще, что за горкой там могут быть и другие собаки, потому что там на самом деле живут недалеко другие, более мощные возрасте. Вон бегает, вон бегает, вон бегает, вон бегает. Ну, здрасте, товарищи волки. Так, сейчас мы им раздадимся.